Пауэрлифтинг – спорт для сильных не только телом, но и духом. В нем задействованы все личностные и волевые качества спортсмена. Таковых на городском чемпионате по пауэрлифтингу собралось без малого 90 участников. Около 60 из них принимают участие в непростом виде спорта – юниоры и юниорки, а это рекордное количество начинающих. Показать свои силы собрались спортсмены не только из городов Беларуси, но и из России. Чемпионат города Бреста по классическому пауэрлифтингу в тройборе без отдельно выделенной дисциплины жим-штанги лежа. Это три движения – приседания со штангой на спине, жим-штанги лежа и становая тяга штанги с пола. Соревнования проводятся между юниорами, юношами, девушками, юниорками, мужчинами и женщинами. То есть, в принципе, все возрастные группы, кроме ветеранских, у нас сейчас представлены, выступают. Разбежка в возрасте участников широка. Начиная от юношей 13 лет и заканчивая спортсменами, которым далеко за 40. Но возраст в таких соревнованиях не главное. Основательная подготовка – вот что в приоритете. Главная роль в этом процессе отводится тренеру. Такому, как, например, брещанин Никита Степанюк. Самый сильный студент мира весовой категории до 83 кг в 2019 году. Он подготовил нескольких ребят к Брестскому чемпионату по пауэрлифтингу. К этим соревнованиям подготовил трех своих подопечных. Это мои друзья. У некоторых это уже не первый старт, у некоторых первый. Кто-то только начинает свой путь в этом виде спорта. И очень важно выступить на этих соревнованиях. Это первая ступенька в начале долгого пути. Город, область, республика и дальше. Разный уровень подготовки, разный вес, но это не мешает участникам показывать хорошие результаты. Они ведь называют себя тяжелоатлетами. Занимаюсь пауэрлифтингом около 5 месяцев. Начал заниматься совсем недавно, это первые мои соревнования. Сложно еще сказать про какой-то результат, потому что вот сейчас только заканчиваю присед. Посмотрим, что будет. Занимаюсь 3-4 раза в неделю, тренировки чаще не на предельных весах. У нас строгая процентовка. То есть нету такого, что мы в изнеможденном состоянии прямо тренируемся. То есть все довольно легко проходит, просто выполняем большой объем. В пауэрлифтинге главное правильно начать. Каждый, кто вышел на помост, уже победил. Потому такие турниры, как чемпионат Бреста, достаточно хороший старт. Здесь можно дебютировать и набираться опыта будущим чемпионам. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.